Назвал Путина убийцей. Боксер из Казахстана Тимерлан Раимкулов после победы над американцем на ринге в США выразил поддержку Украине. Боксер с украинским флагом в руках призвал прекратить войну. Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне. Нет войне, только мир. Путин – убийца.